Всем привет, с вами Анна Куц, вы на канале Школы модного бизнеса, где мы говорим не только о бизнесе, но и о красоте. Сегодня поговорим об инструментах, при помощи которых вы сможете всегда безошибочно правильно сочетать цвета в образах. Перечислю вам несколько способов определения идеальной гаммы именно для вас, а в конце поделюсь секретом подбора цветов по типам фигур. Хочется сразу сделать такой дисклеймер, что это видео лишь рекомендация. Просто информация для тех, кто в поиске сочетаний и новых цветовых решений. Это не прямая инструкция, ни в коем случае не свод правил. Итак, чтобы не тянуть кота за хвост, первый инструмент — это цветовой круг. Это популярный инструмент дизайнеров и модниц, который позволяет подбирать идеальное сочетание в одежде. Он называется, как вы, возможно, знаете, цветовой круг Итона. Этот круг состоит из 12 цветовых сегментов. Их можно сгруппировать в 4 разных комбинации по насыщенности тонов. Первое из них — это комплементарные сочетания. В основе лежит комбинация контрастных оттенков. Например, зеленого и красного, оранжевого и синего, желтого и фиолетового. Второе – это классическое триадическое сочетание. И это комбинация трех цветов, которые расположены в круге на одинаковом расстоянии друг от друга. Например, фиолетовый, оранжевый, зеленый. Третье – это монохроматическое сочетание. Оно предполагает комбинирование в ансамбле нескольких разных оттенков одного цвета. Например, светло-зеленый, зеленый, салатовый. И четвертое – это тетрадическое сочетание. Имеет вид квадрата или прямоугольника. И требует крайней осторожности, смелости и чуткости. Поэтому встречаются нечасто. К примеру, красный, светло-оранжевый, синий и зеленый. При выборе того или иного наряда эксперты стиля рекомендуют ориентироваться также на индивидуальные черты внешности. Например, на цвет волос. И вот каких правил они предлагают придерживаться. Например, считается, что шатенкам подходят оттенки красного. Стоит также попридержать в гардеробе одежду серых и голубых цветов в сочетании с черными и красными вещами. Я сейчас упомянула серые и черные цвета, но нужно понимать, что серый, черный и белый — это цвета ахроматы. Они сочетаются со всеми другими цветами. Именно поэтому, если вы обратили внимание, в круге Итона их нет. Но мы тут рассматриваем разные сочетания, чтобы вы не забывали, что ахроматы тоже можно сочетать с яркими, яркие можно между собой. Поэтому шатенка также отлично подойдут оттенки коричневой, желтой и зеленой гаммы. А меня перекрасят на монтаже в шатенку для этого видео. Движемся дальше. Блондинкам советуют обращать внимание на свежие и мягкие цвета, такие как синий, сине-фиолетовый, зеленый с сероватым оттенком. Также эффектно может смотреться одежда в красных и красно-оранжевых оттенках с классическим сочетанием черного и белого. Но несмотря на то, что блондинкам всегда рекомендуют все мягкое, свежее, я сижу тут перед вами в зелено-оранжевом, поэтому, как я и говорила раньше, многократно. Мода сейчас — это скорее про нарушение правил, и про яркость, и про самовыражение. Поэтому мне прекрасно в моей зеленой рубашке и оранжевом платье. И вы попробуйте, может быть, что-то подойдет вам лучше, потому что цель вашего стиля — выразить вашу индивидуальность, ваше внутреннее состояние, то, какой вы человек. Вы все личности, каждая индивидуально, поэтому пробуйте для себя. А моя задача — просто перечислить в этом ролике, какие варианты возможны, чтобы просто посмотреть шире на все это и выбрать то, что вам понравится. Очень важно именно, чтобы стиль отражал характер человека. Это прям очень важно, это супер чувствуется, и хороший стилист — это тот, который вот умеет это с помощью одежды раскрыть, как деятель искусства. Ну а мы продолжаем. Русые девушки, вам могут подойти практически все голубые и зеленые тона. Присмотритесь к фиолетовому и вишневому. А еще неплохой вариант сочетания оранжевого и голубого. Брюнетки, вы, конечно, страстные женщины, это всем известно. И тем не менее, не оставляйте без внимания холодные цвета, такие как белый с нежно-розовым, желтый, синеватый и светло-зеленый. Можно внести в образ легкую изюминку, выбрав насыщенный желтый или зеленый цвет. Огненные рыжие, обратите свое внимание на цвета чистого синего цвета. Ну, вы, конечно, и так прекрасно об этом знаете и без меня, верно? Также отличным цветовым решением будут вещи в фиолетовых и зеленых тонах. Стоит отметить, что от использования оттенков, которые могут слиться с вашим прекрасным цветом волос, возможно, стоит лучше отказаться. И завершают эту часть видео обладательницы серебристых волос. Присмотритесь к темным тонам в синем, зеленом и фиолетовом цвете. А также вам подойдет одежда теплого красного цвета. Ну и как и обещала, сейчас
сейчас поделюсь с вами секретом подбора цветов по типам фигур. Всем известно, что большинство именитых дизайнеров предпочитает работать с худыми моделями. Они считают, что на манекенщицах с угловатой фигурой удается представить новинки в наилучшем свете. Именно из-за этого обладательницы пышных форм, например, могут прятаться за бесформенными и мрачными вещами. Но пора нам избавляться от стереотипов и комплексов. И на самом деле нужно понимать, что с помощью цвета можно легко скорректировать свой силуэт и превратить то, что вы считаете досадными недостатками, достоинства. Достаточно грамотно расставить акценты в нужных местах, используя при этом всего несколько рекомендаций по сочетанию цветов в женской одежде. Первое. Действительно, светлые оттенки добавляют фигуре объем, а темные, наоборот, стройнят. Но и при этом не стоит полностью отказываться от цвета. Можно выбрать, например, не салатовый оттенок, а темно-зеленый. И это все равно будет яркость, это все равно будет ваш любимый цвет. Второе. Ткани с блестящей поверхностью, даже темного цвета, зрительно все равно добавляют фигуре пару сантиметров объема. Поэтому, если вы это держите в уме и вас это не устраивает, используйте для создания сияющих образов серьги и аксессуары. Например, сумку с металлическим оттенком. Что еще может визуально добавить объемы? Супер яркие цвета, например, розовый неон. Вариант, который можно попробовать, это взять ваш любимый цвет, но чтобы он присутствовал в качестве принта, например, на одежде, а не полностью делал такое пятно. Следует также знать, что черный цвет способен не только скрыть лишнее, но и сделать силуэт более тяжелым. Если хочется этого избежать, попробуйте сочетать его с прочими темными оттенками. Например, темно-синим, шоколадным или графитовым. Белый цвет невероятно освежает лицо. Я обожаю белые total луки, но когда вы их собираете, нужно помнить о том, что если вы одеваетесь в total белый лук, где нет разных фактур, где нет каких-то интересных элементов, которые бы выделялись из образа, он может слиться в одно белое пятно. Поэтому просто помним о том, что такой образ можно разбавлять разными фактурами, аксессуарами или добавлять яркие оттенки. Есть мнение, что оттенки желтого и красного тоже полнят, и их не просто сочетать. Но на самом деле это не совсем так. Если вам нравятся эти цвета, то просто собирайте свои ансамбли с использованием более спокойных оттенков. То есть не вырви глаз желтый, а спокойный, приятный глазу нежный желтый. Понимаете, о чем я? Пшеничный, песочный и так далее. Пишите в комментариях, было ли полезно вам это видео, вычленили ли вы для себя что-то нужное и важное, и какие сочетания цветов используете в своем гардеробе вы. Помните, что цвет — это не страшно, нужно просто методом практики научиться сочетать контраст, держать баланс. Используйте для этого круг Итона, рекомендации, которые вы увидели в этом ролике, в других роликах на моем канале. А для этого, конечно, не забывайте подписаться на мой канал, где я рассказываю много про моду, про тренды. Мы стараемся с вами развивать насмотренность. Весь материал для этого, и это поможет вам в будущем играть с цветами так ярко, как вам этого захочется. Ну а на этом у меня все. С вами была Анна Куц, школа модного бизнеса. Если бизнес, то модный, если образ, то стильный. До новых встреч!